Официальные курсы доллара и евро, установленные Центробанком на завтра, снизились. Доллар подешевел на рубль 26 копеек, новый курс 64,83. Евро ослаб более чем на 1,5 рубля, его новая котировка 76,33. Как отмечают аналитики, рубль укрепился из-за скачка цен на нефть на лондонской бирже, который произошел еще накануне вечером с 46 до 48 долларов за баррель. Правда, сегодня утром нефть снова стала дешеветь. Сейчас она упала на 3% и торгуется в районе 47,5 долларов за баррель. Марки Brent.